Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда мой муж, покупала по списку, плюс там были акции и различные скидки, так что закупка у него получилась достаточно большая. Ну, давайте вам все покажу, и чек будет в конце видео, как обычно. Итак, вот такая закупка получилась у моего мужа. Бона уже у нас все пересчитала, да, все проверила. Давайте начну отсюда. Здесь купил 5 килограмм сахара. Ну, мне когда ездит, всегда такую большую покупает, чтобы уже было. И здесь большой мешок с картошкой, да, Боночка? Храняешь картошку, у меня молодец. Здесь немножко также бытовой химии. Это фольга вот такая лентовская. Нет, подождите, это не фольга. Это пленка пищевая. И фольга вот такая. Бона, отстань. Туалетная бумага. И он еще купил вот такой... активную пену, это для мытья машины. Так, ну и давайте здесь начнем с мяса. Купил он у меня 2 больших кусочка свинины, вот таких, корейка, такой по 206 рублей, получается на 2,3 килограмма. И здесь тоже по 219, а, это окорок, а это корейка, да. Вот, и, ну, я их обычно делю там на какие-то порции, что-то запекаю, что-то так вот готовлю, так что мне 2 больших кусочка как раз. Также купил рыбку по 599 рублей, это форель карельская отборная потрошенная. Немного полуфабрикатов, чтобы они у меня были на всякий случай. Это такие равиоли цезарь, пельмени отборные, также наггетсы, вот такие 2 упаковки. Морозка. Здесь крабовые палочки, может, какой-нибудь салатик сделаю, что-нибудь, в общем, ну, сделаю. И вот такую селедку. Хочу, кстати, сделать селедку под шубой. У меня как раз свекла есть. И обязательно сделаю. Так, колбаску вот такую классическую, вареную, тоже на яишенку хорошо, на всякое такое. И муж сказал, что было 40% на всякие сыры, поэтому он меня взял, смотрите, какой огромный кусок. Ну, у нас сыр уходит быстро, у меня, во-первых, дети любят сыр, а во-вторых, я что-нибудь всегда запекаю сыром и так далее. Вот это вот у меня, наверное, пойдет на всякое запекание, это вот такой Гоя. Ну, хотя у меня, знаете, и то едят все. И вот такой Маздам, вот этот сыр Маздам с дырочками, я обожаю очень. Вот, так что будем съедать. Ну, и плюс еще побаловал немножко вот такими сырами с плесенью. И вот этот сыр Бри, тоже очень вкусный. Очень его люблю, вот президент. И еще здесь у меня колбаска. Вот такая какая-то. Очень вкусная, кстати, ну, в таких вот белом напылении, очень такой белой штучке, очень вкусные колбаски. Еще вот такие вот он взял. Не знаю, была скидка, не была, ничего не сказал. Вот такую какую-то и вот такую вот какая-то Богородская окраина колбаса. Вот. Так, здесь немножко у меня молочки, да, есть. И соус вот такой сацабелли. Кстати, вот это кинто, да, или кинто. Очень вкусные соусы делает. Вот у меня муж периодически покупает, очень нравится. В общем, вот такой вот сацабелли взял соус. Здесь сок яблочный. И взял вот это мартини красное. Оно мне, девочке, так понравилось. Вообще такое вкусное. В общем, он взял еще. Вот. И... молоко, 2 упаковочки, и здесь вот всякие йогурты, вот эти слобода, очень вкусные йогурты, девочки, вообще они обалденные, они реально очень-очень вкусные, я всем советую попробовать. Вот я в прошлый раз брала еще с инжиром, а в этот раз, ну, видите, мандарин, мюсли, орехи, и вот такой вот, это с гранолой, да, тоже очень вкусные прям, вот, это деткам он тоже тут всякие разные набрал. Такие, у меня младший любит вот с этими шариками. Даниссимо еще вот такие тоже тут растишки. Разные всякие, в общем, деткам это все. И сыров, кстати, вот еще забыла, вот такую рикотту он взял. Не знаю, что-нибудь приготовлю с ней. Ну, была скидка, поэтому набрала у меня много всего. Масло сливочное. Здесь еще соусы тоже у меня вот такой горчица от Махеев. Махеев, кстати, очень любим соусы, мне кажется, они классные. И кетчуп тоже. Так, дальше хлебобулочные у меня всякие изделия. Армянский лаваш. Как раз, кстати, вот сыра много взяла, так что сделаем рулетики с сыром. Такие 2. Здесь у меня еще соломка.
Ну и хлеб вот такой дарницкий каравай, два батона солнышко и вот эту вот булочку тоже у меня муж ее очень любит, когда ездит, часто он у меня что-то подобное покупает. Вот 44 рубля она стоит. Это у нас что? Багет Прованс. Вот такой вот, он очень вкусный, очень мягенький. И второй, тоже багет Прованс, тоже 44, ну считайте 50 рублей стоит. Тоже очень вкусный, ароматный. Немножко консервов взял, шпроты и здесь вот килька в томате. Вот такая, кстати, лентовская, вот эти шпроты, килька в томате. Покупали не раз, очень вкусные они, достаточно крупные, то есть не мелкие, классные. Оливки взял и две упаковки горошка и две упаковки кукурузы. Так, фрукты. Взял и дыню, арбуз. Еще у нас везде, кстати, продаются и в таких вот, ну, как типа ларечков, да, я их называю, в палаточках, да, еще до сих пор арбузы и дыни продают. И, соответственно, в ленте тоже. Вот дыня торпеда на 209 рублей, это 5 килограмм. И арбуз вот такой на 4, ну, считайте, тоже почти 5 килограмм на 99 рублей. Также у меня здесь бананы, две веточки взял, но они, кстати, очень ароматные, не знаю. Вот, и здесь у меня яблоки Royal Gala, очень вкусные, люблю такие, на 200 рублей. Нектарины все еще продаются, вот, они, мне кажется, не заканчивались, по 89 рублей, но они прям такие, девочки, мягенькие. Так, и груши. Груша вот эта форель, я вам ее много кому рекомендовала. Она как дичка, только сладкая, жесткая груша, очень жесткая. Она достаточно хорошо лежит, но у нас она очень быстро уходит, быстро съедается. Вот, так что вот такая вот получилась закупка у моего мужа. Сейчас я вам покажу чек. Так что вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!